Доброе утро. Сегодня у нас такой будет короткий каст, потому что я сейчас нахожусь в колледже. Сегодня у нас день занятий, и я вышел так на перерыве поговорить с вами, потому что мы уже каждый день проводим этот каст. И я хотел бы сегодня сказать в двух словах, очень коротко. Мы живем в стране, в которой... которая связана у многих с разными конфликтами, с разными какими-то непонятными вещами, которые происходят здесь, теракты и все остальное. И в нашем колледже, этот называется Израильский библейский колледж, учатся люди разных народов. У нас есть люди, выходцы из Эфиопии, люди, выходцы из России, люди, выходцы из разных других стран, из Америки, из Франции. И учатся у нас и арабы, христиане, и люди, принявшие Господа. То есть здесь есть все. И когда сегодня, я постараюсь, может быть, выйти сегодня в эфир и показать вам это, и когда сегодня будет происходить процесс такого единения, как написано в Псалме у Давида, как хорошо и приятно быть братьям вместе, этот процесс единения между евреями, арабами, и русскими, и американцами, и китайцами, и всем кем угодно. Здесь, когда мы все встречаемся, и вот прямо с этой сцены, я вам прямо сейчас ее покажу, прямо вот с этой сцены будет проходить прославление. Сейчас вот тут последние приготовления. Это происходит у нас каждый четверг, когда люди все в единстве, и среди нас нет никаких ни язычников, ни иудеев, ни мужчин, ни женщин, как написано в Библии. Мы все одни в теле Иисуса Христа. И сегодня, как и каждый четверг, будет происходить этот процесс, который я выйду и покажу вам. Я обязательно его запишу, и вы сможете его посмотреть. Единство. В единстве наша сила. Мы должны объединяться, мы должны спорить друг с другом, мы должны... не должны нас разделять какие-то распри и так далее. Мы должны объединяться, потому что Бог любит всех одинаково. Бог любит всех одинаково и хочет, чтобы все люди одинаково любили друг друга. И это пять заповедей, которые Он дал нам и написал на сердце нашем, которые касаются любви каждого из нас друг к другу и любви каждого из нас к Богу. Поэтому будьте благословенны сегодня. Пусть ваш день будет насыщен любовью, единением, молитвой и Божьим благословением, которое, как мы знаем, не в печали с собой не приносит и обогащает. Хорошего всем дня, и сегодня в 11 я постараюсь выйти в эфир только не здесь, а в Перископе. Поэтому подписывайтесь на меня в Перископе, и мы с вами обязательно встретимся здесь. Пока, будьте